Привет, исследователи! С вами Андрей, и мы продолжаем играть в LEGO Worlds и проходить. Значит, тут где-то был город. Как-то я от него уже ушел на 1000 световых лет. А, я даже здесь... Ну да. Я набил себе уже 52 золотых блока, и как вы видите, у меня уже золотая медаль. Но нам нужно еще 48, чтобы получить звание мастера-строителя. А именно 100 золотых блоков нужно для этого. Опа! Уаху! Турбинки! Ух ты! Ладно. Что там открылось? Большие миры, ура! Вот они, как раз. Давайте сразу новый биом выберем, найдем. Да, даже... Все. Теперь я знаю, куда нам надо, что нам надо найти. А, типа и в маленьких уже мирах доступны новые биомы. Ну, давайте вот сюда. Довольно прикольный биом, кстати. Красивый. Три новых биома доступны, но как я понял, это крутой каньон. Вы сейчас услышите, как этот биом называется, и громадные горы. Кристальные утесы. А я сам забыл, как он называется, кстати. Что тебе нужно? У меня нет такого. Дал бы он, но у меня нет. У меня есть красный. Он мне не нужен. Ух ты, вот это очень крутая машина. Можно бурить землю. И вот это сразу две в одном месте. Это круто. Здесь водятся наши покорительницы галактики. Там только что золотой блок у нее, кстати. А, я думаю, это дракон. Не, я не могу тебя найти его. Красный! Ну подожди, куда ты? Ну куда ж ты? Куда же ты? Дай мне тебя приручить, красный! Понятно, он сумасшедший. Все остальные не сумасшедшие, а тот, кого я могу приручить, конечно же, сумасшедший. Да чё вам всем надо что-то сфоткать-то? Нет, я не могу. Кстати, у тебя есть этот бесцветный, да? Где бесцветный кристалл? Ты мне его дашь взамен? Я знаю. Я тебя запомню. Я знаю, где это примерно можно найти. Ну-ка, ночка. Ночком. Торговка, где там? Конечно. Подожди просто сейчас. Кстати, красный. Ты же не сумасшедший? Да. На красный.
Бум. Как ты называешься? Так, а где она? Где она? Где она? Кому нужен? Она что, пропала задание то прошлое? А, нет. Только не это. Я такого уже приручил. Ну, что-то... Что-то все пропало, все нормальное задание. Особенно то, что мне нужно. Оно же где-то здесь должно быть. Это ты? Это ты? Скажи, что это ты. Да, это ты. Как раз. Торговка, быстрее. Пожалуйста, у тебя есть? Ну, нет же. Нет же. Нет, это нет. Кем там еще можно обменяться на что? Это полезное, кстати. Сундучок. Кристальный такой. Очень яркий биом. Очень, очень. Так, это я уже изучал. Ну, как мне, на что мне обменять это? Как мне это получить? Как мне получить эту штуку? Так, а ну-ка, а если? Если я продам эту лопату, можно продавать. Правильно. Можно. Что, а можно что-то типа? Я бы его купил. Этот самоцвет бесцветный. Ха. Кстати, прикольно звучит. Бесцветный самоцвет. Логика зашкаливает. Кстати, люблю это задание. Ну, не люблю, просто прикольно. Окей, что там надо? Бум-бум-бум. Строительная фирма от Андрея построит даже космические корабли. Все. Нормально. У меня есть уже такой. У меня уже такой есть. И ты у меня есть. С самого начала игры. Причем. Тебе еще. Ух ты! Какая встреча! Вот у кого был золотой блок. Теперь у нее, да, появился. Я видел луч. Я видел луч. Не скрывай. Окей, покрасим. Все ради золотого блока. Все готово. Что ты мне дашь? Ключик? Это бесцветный? Нет, это красный. А теперь? Теперь-то? У меня такая есть как раз, вроде бы. Вроде бы, но это не точно. Если я, у меня нету, то это будет... Ну, фейл века... И, конечно же, у меня ее нету. Как же по-другому? Тогда буду искать, с кем можно обменяться. Вот с тобой надо обменяться мороженым. А у меня было мороженое. Я его продал. Дельфин, почему вы так хотите сфотографироваться-то? Ну что,
Кого-нибудь есть что-то хорошее? Я бы вам дал обоим. Ну, возможно, он не пригодится для чего-то. Сам не знаю для чего. Мне нужно обменять на самоцвет этот. Так вот, как мне... Подожди, стой! У тебя есть задание? Почему вы все так хотите с кем-то сфотографироваться? И у тебя появились... Я создаю их, что ли? Небо чистое вообще. Ну, как и у меня за окном, кстати. Ну почему я прибегаю, и у них золотые блоки, и надо их с кем-то сфотографировать теперь? Так нечестно. Подбегаю, и у них появляется... Ой, у меня сейчас наушник вывалится, нет. Все. Ладно. Ух, сколько здесь. И сейчас у них все золотые блоки, да? Да. Да. А, ну, у тебя-то они появятся, надеюсь. Давай, давай! Торговка, ты единственный мой шанс. А если это не бесцветный? Он бесцветный какой-то. Только не взлети. Мне тебя и на небе придется искать. Че ты так скачешь? Кого ты изображаешь? Ух, я испугался. А нет, у меня золотой блок. Впервые в жизни я не хочу золотой блок. Блоки. Куда? Куда? Нет, стоп. Да. Стой, будь здесь. Сейчас торговка прилетит. Даст мне этот ключ. Ну, я надеюсь. И мы с тобой обменяемся. Стой. Торговка не прилетела. Золотой блок приближается. Вот прям в этом кристалле? Сундук. Реально. Пожалуйста, дай мне этот гачный ключ. Или что это? Спасибо за отплату, конечно. Она мне так нужна. Ага. Прям жить без нее не могу. Ну чё, где она? Торговка это. Ну ладно, я выторгую из нее уже не в серии. Всем пока. Приземление. Да, это то, что мне нужно.
Крутой каньон. Как же я хотел этот биом. Прям дождаться не мог. Ух, жесть, как я его хотел. Теперь нужно быстро пробежаться по пляжу. Ну, вдоль него должно быть нужное мне задание. Спасибо, что сбросили мне машину. Но я как-нибудь на метле. Хоть я и не ведьма, но я буду на метле. Хотя, может, я и ведьма, если умею. Оно же должно быть. Просто обязано быть. Задание это вот здесь, в этом мире. Если его не будет, то это какой-то эпик фейл этого тысячелетия. Всего тысячелетия. Оно должно быть на берегу где-то, я это знаю. Это задание с рыцарем, если кто не понял. Вот оно, вот оно, вот оно. Нет, это не оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Нет, это не оно. А что я так буду? Ну и, конечно, его здесь нет. Кто же мог подумать, что будет как-то иначе? Вот кто же мог подумать, реально? Никак же по-другому не могло быть. Пошли. Пошли. И я удирал атаку, и я оказался здесь. Мне просто нужно место для рыбалки. Да не отходи ты. Да, все, пошли. Ты идешь? Сейчас я тебе на такое место для рыбалки найду. Твои друзья обзавидуются. Ты должен бежать от радости уже к этой. Это долго. Кстати, надо изучить. Брейк-данс! Надо валить. Давай. Валим. Валим. А, только хотел сказать, ничего не заработали. А мы заработали аж один золотой блок. У меня даже стальки нету. У меня же всего лишь 54 блока. А там целый один. Нужен самый большой тип мира. Желательно. С этим биомом. Если я найду в такой штуке джунгли, то это будет круто. Могу там вообще... Хотя зачем мне джунгли? Все дела там я уже сделал. Можно еще что-нибудь крутое найти. В таких мирах можно много чего найти. Данжи можно найти. Ну или же подземелья. Так, надо что-то. Ну где он? Закон подлости. Как что-то нужно, так его нигде не найдешь. Как что-то не. А как уже все ты типа такой? Да ну ладно, без него обойдусь. То оно находится.
Вот. Все, я запомню, как этот биом выглядит, а то и не буду больше со свалкой путать. Верхушки серебряные, то есть каменные, а не оранжевые, как я все время думал. Ну, каньон-то этот реально крутой, в нем можно получить очень крутую вещь. Выпускаем барсуков. Сейчас главное в барсука мира выпустят из-за ракеты, потому что он уже приземляется. Ой, а, нет. Или да. Джунгли, привет. А, нет, это не джунгли. Это не джунгли. Нет, это не джунгли. Притихшая тайга. Ух, там три города и один данж. Жестко. Это полная жесткость. Жесткая, самая жесткость. Самых жестких жесткостей. Бэм, бэм, пока. Здесь не может не быть рыцаря. Здесь обязан быть, это же огроменный штука. Слышали, как я сказал? Огроменный штука. Просто огромный. Давай уже выходи отсюда. Из этой локации, зоны. Соник, привет. В смысле, там же локация, это как зона. Ну и вот я назвал. Если кто не понял, приходится разъяснять, пояснять. Так, это не джунгли, да. Везде вижу их. Так, ну, думаю, стоит полетать. Полетать. Будет же продолжение биома? Да. Будет. Только это уже не тот биом, который мне нужен. Это свалка. Интересно, в этом биоме именно можно получить боевой меч, но его можно выбить из сундука? Вы это видите? Куда он нырнул? Вы это видели? Он нырнул в камень. И что-то главное достал оттуда. И главное как-то в него нырнул. Все же. Каким образом только? Он умудрил все это сделать. Кто знает? Никто правильно. Свалкам. Куда же без нее? Она меня преследует. Каждый мир это свалка. Типа. Бум, а еще будут пляжи? Ну что-то вроде этого. Да, будет. По идее. Ух, какой крутой каньон. Ну то он и крутой каньон, чтобы быть крутым каньоном. А, летим в сторону города и данжа. Ну, это будет в следующей серии. Подлетаем к городу. То есть я уже в него влетел. То есть там еще один. А, это я. Иконка просто вот здесь только находится. Ну и неподалеку должен быть данж. Куда же без них? Любим же мы данжа. Dungeons. Задний вход. Задний выход.
Я не планирую здесь минотавров найти. Но и здесь можно реально найти. Я уже слышу. Ой, а чё я не вооружился? Не снарядился совсем? В Диком Западе, в пустыне, самое сложное данжи. У них прям столько ловушек, столько всего. Обо что можно умереть? А может и этот такой же будет какой-то. Давайте сразу приступим к делу. Сразу найдем то, зачем мы пришли. Так, здесь прям заблудиться можно. Заблудить? Нет. Бум. Есть. Быстрее. Уху! Ух, здесь прям, мне кажется, чем больше я убиваю, тем больше их появляется. Просто их здесь миллионы. Давай. Бум-бум. Прыгаем. Прыгаем. Автоматически причем. Магия. Что же еще, если не магия? Главное, это хитро сделано. Ловушечку есть. Перепрыгну. Мы найдем этот сундук великий. Он там, я чувствую. Там кто? Там кто? А мне показалось, что здесь какие-то странные существа. Полуминотавры, полупринцессы какие-то. Бум. Скелет, ты меня не остановишь уже. Бум. Что это вообще такое? Что за водяное ружье? Оно даже не наносит урон. Это вы ружьем называете? Я называю вот это ружьем. Ну и это тоже. Бум, уже почти 300 тысяч монет. Что это? Вы это видите? Что-то непонятное. Ну, мы покорили это подземелье. Теперь можем... Ну, в принципе, здесь ничего нет, что мне пригодится. Можем со спокойной душой отправляться в новый мир. Даже немного там побегать. Вот это вовремя я телепортировался, там как раз тролль стоял. Хотя, я же их не боюсь. Давай, крутой каньон найди. И на этом можно закончить. Это не крутой каньон. Ну, есть кое-что даже интересней. В следующей серии мы сюда отправимся. Обязательно. Пока. Мы на месте.
громадные горы. Вот это мы высоко спавнились. Я знаю один секрет этого биома. Вон. Вот сейчас и проверим. На нашей любимой метле. Да, это реально оно. Дракоша. Золотой причем. Золотой, ну подожди. Нет. Зачем? За что ты так? Ну же, сюда, вернись, вернись. Я хочу тебя победить. Но сначала я ограблю все, что у него есть. Заберу. Золотой дракон на золотом облаке. Это круто. Ну ты куда, дракоша? Вернись домой. Дракоша, вернись домой, я уйду. Обещаю. Он такой, обещаешь? Обещай, иначе я порву тебя на части. Драконус. Конус, драконус! Если кто-то из вас понимает, как его все же убить, то напишите. На что я потратил 70 тысяч? На что? Я все же потратил 70 тысяч этих. Если дракон не возвращается, то мы вернемся к дракону. Или как проще, мы за ним идем. Он вернулся, как я уехал. Логика присутствует. Бум. Получается, да? Получается? Хоть что-то сносить. Хоть что-то я тебе снес? Хоть одно хп я тебе снес? Хотя, кажется, я ему вообще ничего не слышу. Ему все равно. Ему просто все равно на меня. Так закрутился, интересно. Ему вообще все равно. Напишите в комментариях, как его все же побеждать. Это было больно. Очень больно. Как выглядит горный поселок? Горное поселение. Паркур, паркур. Давай, покоритель гор, покоритель вершин. Я могу просто на облако запрыгнуть. Смотрите. Нет, я промахнулся, я даже не прыгнул. Давай. Прыжок на облако. С обычной земли. Да почему? У меня даже прыгнуть не получается. Ладно, кому нужно это облако? Еее, городок. Городки скучные всегда. Окей. Этот биом такой скучноватый какой-то. Где он? Мы так почти выше облаков появились. Жесть. Жестко. Но
этом коротенькая серия подходит к концу. Всем пока!